Привет, 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 мои дорогие, привет вам из Майами. У нас вечер, я снова нахожусь на этой точке, которая называется South Point. Как вы видите, у нас закат, красивый закат с видом на Брикл. У нас такой вот маяк стоит здесь, еще не зажжен свет на нем. У нас кто-то играет в мячики. Как видите, мячик пинают, кто-то практикуется в танце, вот как парень, кто-то там дальше занимается аэробикой или гимнастикой. Вот здесь вот вы видите, ребята тоже занимаются. И совсем рядом с нами сейчас будет проезжать круизный лайнер, который отправляется по Карибам. Ну и, как вы видите, рядом со мной люди занимаются йогой вместе с инструктором. Также есть просто люди, которые вот сидят. Компания ребят у них просто общаются, сидят, общаются, что-то выпивают, соки, воды. Вот очень-очень большой лайнер. Он приблизительно... Ну, обычно 10 этажей бывает, не знаю, сколько конкретно этот, бывает 10, 12, 11 этажей, вот, ну, вот так тут все выглядит, и я бы, наверное, хотел вам пожелать, чтобы ваши мечты сбывались. Я верю в то, что в нужное время, в нужном месте, если загадываешь желания, они обязательно сбываются. Сегодня очень красивый вид на закат, сегодня очень красивый вид, как едет этот лайнер, поэтому... Загадайте обязательно желание прокатиться на таком лайнере, отправиться где-нибудь, когда-нибудь в круизный лайнер, и обязательно у вас это все исполнится, обязательно, я в это верю. Вот он выезжает из залива, и отправляется в открытый океан, Атлантический океан. Очень большой. Сейчас, если вот так вот посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, я вижу 11, это только вот начиная отсюда, но есть еще палубы ниже, как правило, там, конечно же, находятся палубы тех, кто работает, но есть еще и палубы для гостей. Также там бывают расположены различные театры, ну, в смысле, залы театральные и все такое прочее. Вот. У них очень большие сцены бывают, где проходят шоу. Я плавал на таких теплоходах, круизах, вот, и там даже показывали бродвейские шоу. То есть артисты выступали, пели, танцевали, ну и все такое прочее. Вот на таких вот круизных лайнерах. Опять-таки видите, что кто чем занимается. Вот девушка тоже самостоятельно занимается йогой. Дальше там девушки тоже, видимо, бегали. Вот, пришли с собакой, девушка, по крайней мере, одна. И вот они просто сидят, ужинают, что-то легкое перекусывают. Здесь вот тоже девушки лежат. Я больше чем уверен, что они из Аргентины, потому что они пьют специфический чай, как же он называется, мате, по-моему, да, называется, да, мате. Вот всех аргентинцев можно легко определить, если они ходят вот с такими кружками для мате и, как они называются, термосами, и их очень-очень легко определить вот по таким вот вещам. Там дальше, как вы видите, у нас находится площадка для выгула собак. Вот так вот они там все мирно бегают, друг с другом играют, хозяева кидают различные игрушки и все такое прочее. Вот, поэтому такое достаточно умиротворенное здесь состояние. Очень приятно. Смотрите, там вот собаки тоже играют, перетягивают что-то. Ну вот как-то вот так вот все это выглядит. Люди кидают им всякие штуки-дрюки с
собаки бегают за ними, за мячиком. Вот такой вот парк. Да. Супер, здорово, классно. Поэтому, да. Что бы я хотел вам посоветовать? Загадывайте желания. И они обязательно у вас будут. Я вас заряжаю на позитив в своем видео. С таким прекрасным видом, с таким прекрасным эмоциональным посылом. Так много людей наслаждаются, находятся в таком, знаете, в релаксе, в том, что наслаждаются вечером, жизнью, с благодарностью. Вот. Поэтому у вас просто обязательно должны исполниться мечты. И посмотрите, какой красивый вид. Какой красивый вид на закат. Просто обалденно. Желаю всем хорошего настроения, желаю всем позитивных перемен, и чтобы ваши мечты обязательно сбывались. Все, кто хотят, чтобы сбылись ваши мечты, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.